парке «Величко» собрались самые юные спортсмены. Для них организаторы подготовили массу спортивных состязаний. Веселые старты, эстафеты, конкурсы. Рита, давай! Роман Старостин пришел на праздник с 5-летней дочкой, и сегодня он самый активный болельщик. Ведь у его дочки Риты это первая в жизни спортивная эстафета. До этого не ходили, был маленький возраст. Сейчас возраст подходит, и мы будем ходить на все соревнования, правда? Да! В этот день в парке «Величко» были задействованы сразу несколько площадок одновременно. Здесь прошел турнир по футболу, волейболу и бадминтону. Все желающие могли поучаствовать в любом виде спорта. За последние 5 лет по городскому кругу Химки проведена колоссальная работа. Идет большое привлечение к спорту, прежде всего подрастающего поколения. Секции по различным видам спорта появляются у нас практически каждые полгода. Это и активные игровые виды спорта, лыжный спорт и, конечно, различные виды единоборств. Очень много активных, что самое главное, настоящих спортсменов, которые принимают участие в эстафете и бегают, отдают маме конфеты. Да, есть небольшие призы. Приходите в парк «Величко» и посещайте мероприятия. Очень всем, всегда, когда на сцене говорю, приходите, мы делаем это ради вас и хотим, чтобы вы посещали мероприятия. А в завершении праздника конфеты и призы. Но и это еще не все. Для всех участников были организованы мастер-классы от профессиональных спортсменов. Юлия Самошина, Андрей Панченко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.